Почти 290 миллионов рублей потратит область на благоустройство территории, а жалобы на повышение платы за отопление оперативно примут по горячей линии. Об этой и других новостях далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Кировской области выделили почти 290 миллионов рублей из федеральной казны на благоустройство дворов и общественных зон. Регион принял участие в федеральном проекте ЖКХ и городская среда. Две трети этой суммы должны направить на дворы и околодомовые территории, остальные на благоустройство дорожек, газонов и освещение в местах отдыха кировчан. На следующей неделе начнет работу горячая телефонная линия по перерасчету за услуги отопления. На вопросы жителей области ответят специалисты Центра общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства. Звонки по телефону 38 14 77 будут принимать ежедневно с 30 января до 3 февраля с 9 до 15 часов. Молодежной политикой займется областное министерство спорта. Указ о переименовании ведомства в Министерство спорта и молодежной политики в четверг подписал глава региона. Полномочия ведомства должны определить в региональном правительстве до 1 апреля. Летом городские власти планируют трудоустроить больше 1500 подростков. Юные кировчане от 14 до 18 лет будут работать по 4 часа в день. Предусмотрено, что зарплата составит около 4000 рублей. А кроме работ по благоустройству территории, школьники смогут устроиться в свои школы, на предприятия и в организации города.